Дождливая погода с грозами и порывистым ветром в ближайшие несколько дней ожидается на большей части Казахстана. По информации синоптиков, с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды. Лишь на востоке страны преимущественно будет без осадков. По республике ожидается порывистый ветер, в горных районах юго-востока страны град. На северо-западе, севере, востоке, в центре туман. Также на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса. Между тем, в Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Улытауской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.